Да нам оба не возьми, серьезно, Ван. Походу здесь 1000 раз дешевле, чем... Привет! О, вот это люди! А вот! Ты чё, мой френд? Блять, повесь на черта, слушай, я в ахуе. Ну бери, улыбается, стоит. У меня здесь нет номера владельца. Как мне узнать, кому им позвонить? Извини, пожалуйста, ты сейчас шутишь или ты просто... У тебя ко мне плохое настроение? Ты чё, мой френд? Nó hoàn toàn là hai căn nhà tách biệt với nhau. Блять, повесь на чёрта, слушай, я в ахуе. Вот с индусами тут как-то подушевнее будет, блядь. Здесь нет хозяина, который мог бы войти и дома. Окей, давай. Это пиздец, блядь. Нет хозяина, блядь. А? Hãy để đến ngày mai. Nếu như tôi thấy có người chủ đến đây, tôi sẽ nói chuyện với họ và lấy chiếc quần cho bạn. Ok, understand. Ok, ну ok. Я ж тебе так и говорю, я готов подождать до завтра, до послезавтра, но как-то этот вопрос надо решить. Здрасте. Блять. Шорт, ты повесил, слушай, говорю, где повесить? Повесил на вот этом балкончике. Пизанулись вниз, вот тут лежат на этой лестничной площадке. Говорю, блять, как зайти, где? Я вообще не знаю нихуя, говорит, все, ты их никогда, паркурить, ты их никогда в жизни не заберешь. А там дверь на замке. А, паркурить только. Угу. Я, говорю, ничего не знаю, соседи не знаю, они там никогда не приходят. Я говорю, ты ебанулся, ну как такое может быть? Вот там все есть. Ты что, живешь, ты местный. Нет, говорит, это невозможно. И все, блядь. Повесил шорты, блядь, слушайте, сука, блин. В отзывах об отеле он главный минус. Табая. Ты Гринча же знаешь, да? Что? Гринча. Не знаешь? Вы про персонажа? С усами. Где Гринч? Здесь жил блогер. Тоже. А, нет. Вот. Потому что ты мне сейчас говоришь такие вещи, которые неправильно. Людям надо помогать. Так люди живут в мире. Я тебе говорю, помоги мне, ты говоришь, кто бы мне помог? Так неправильно с людьми общаться. Привет, ребята, первый этаж, выходим, или вы на парковку? В конечном итоге, ребят, вот что он мне написал. Жмите паузу, типа, друг друга не поняли, все нормально. Он сказал, ты тоже извини, если я был излишне агрессивен, там, давай же дружно, без тобой еще долго жить. И вот он даже сердечко послал, все нормально у нас произошло. И мы счастливы! Такси Максим, вот 54 тысячи донгов, стоит проехать 5 километров. Имейте в виду, такси Максим на русском языке, что удобно. Это, наверное, рублей 205 километров, но по жаре, когда ничего не знаешь, еще оно на русском, комфортно, корректно, вполне можно пользоваться. Короче, доехал с горем пополам, ебало, всех хвалить, нахвалишь, там мне шорс был, ой, дали мне, помог мне, блядь, вьетнамец. Локацию пробить, куда мне ехать. Совсем другое место пробил, блядь, приехал я в не то место.
еще, блядь, два раза переплатил, чтобы приехать куда надо. А вот сюда, вот мы друзья, и вот тут номера вот так. Прям только какой-то прям интересный такой квартирный дачный спальный район. Дайонг Т1, блядь. Так я говорю, Дайонг Т1, он вбил вроде Дайонг Т1. Видимо, там есть какой-то Т-1, Т, блядь, +1 или Байонг К, не Байли Г. Хуй поймешь, блядь. А мой друг вот где живет? Ну тут, конечно, пизда. Ну очень, конечно, да, тут нехуй делать. Гора Ангелов, когда надо в 4 утра подниматься, чтобы просвет встретить красивый. Ну понял, что охуенно снял, почти в центре. Там и до пляжа до меня километр можно сходить пешочком, и все там. И за 3 500 000 все-таки. Я один, однушку, ну я тебе скидываю. Да, да, однушку заебись. Мы так посмотрели, даже однушку, так по цену заебум. Даже если я кондер переплачу. Смотри, я чем ебашу вечером, я выхожу прямо на дорогу, нахуй, понял? И иду просто по трассе, как у меня все. Это пиздец. Ну, по-другому никак. Ну, во-первых, они, да, на пешеходе не пропускают. Может, детей хоть чуть-чуть уважают. Из-за детей будут пропускать. А у тебя, а ты почем снимаешь? 5, но мы на 3 месяца пока арендовали. Ну, ты эти на 3 месяца дешевле. Я говорю, тебе по 3 500, потому что ты на 3 месяца. А так было бы дороже, блядь. Хотя... Не, наоборот, ребята, то, что ты, если на дольше снимаешь, то дешевле. Ну да, он поэтому тебе 3 500, потому что на 3 месяца. 5, а у тебя? Да. Здравствуйте. Виктория, Кристина, Полина. Привет, здравствуйте, дети. Как ваше дело? У него там аренда байков, он занимается. Угу. У него там кафешка. Ну, короче, может посадить заработок. Я тебе вам скину эти самые, иди сюда. Супермаркет, образно как наша пятерочка для местных. Угу. То есть там все местные купаются, там как бы и цены более-менее адекватные. И, ну, конечно, фрукты, конечно, овощи лучше покупать на базарах. Потому что в супермаркете типа там на 5-10 на ценку, короче. Ну там у меня, где я живу, прям центр-центр, дохуя всего. Типа 7-11, только 4 фоли, как это называется. Примерно все есть. Я же вижу, что семья, вам надо действительно загружаться, еда, фрукты. А я пошел в кафе, отдал, ну, эти, да, блядь, да, 10-20 рупий, там что-то почалкал и съебался. Я так не это... Не надо мне искать сил. Ну там у меня все есть вокруг, все эти. И ребята, которые со мной живут, там 40... Все этажи заняты, все русские живут, 40 русских. Да, это получается, этот район, это северный, как бы, получается. И вот этот север, это как наша, как в Гоа, Рамболь. Здесь вот север, то есть там вот все русские тусуются, вот там живут. То есть здесь вот мы на юге. А, ну здесь у нас соседи есть русские тоже. Парень с девчонкой. И все, то есть мы ходим, я здесь только, ну, вообще европейцев не вижу. Так у вас как будто как бы не сильно жарко, да? Сквозняк происходит. Да, это как-то просто еще, видишь, эта стена получается... Постоянно, ну, на солнце. Да, ну, чуть нагревается. А так, в принципе, мы кондей вообще практически не юзаем. Потому что мы жили, когда, короче, вот в апартаментах. У нас кондей крутил круглый, считай, ну, по моему дому. Ну, хоть ты ничего не добьешься, но как-то какое-то понимание приходит, да, что не добьешься, но только через себя. Умный, да, какой. Вот это себя, знаешь, хоть это, что ты не говно, ты хоть свое отстаиваешь, блядь, свое, блядь, правду. Ну да. Потому что многие все сразу соглашаются, и все, все понятно, что наши, блядь, и все. Фу. Ну бери, улыбается, стоит. Сука, блядь. Вот здесь они везде накали, здесь вот у нас, получается, этот наш райончик огражден такими трубами, блядь. И мне с коляской, например, туда вот пройти невозможно, мне нужно обходить, здесь вот с коляской туда пойти, что она здоровая, она, конечно, не проходит. Ну да. И вон сейчас, вот здесь сюда, сразу же подъехать. Там тенечек встанет. 797. Вот, а рад был встретить. Спасибо, Олег. Побереги себя, если что, пиши. Спасибо, да, все, обязательно. На связи. Окей? Окей. И мы счастливы! Bye.
good. In the club, neon colored cup. Окей, гуд, да. 37 тысяч. Ага. Здрасте. Вот такие тут у нас закатищи. Сегодня был дождь, кайфанул. В дождь поспал. В дождь можно и в бассейне в нашем покупаться. Но как здесь красиво вот это вот все. Закат чумовой просто. Прикол, здесь дождь холодный, аж ледяной. И ночью холодно. Прям холодно. В Индии дождь горячий, горячие капли. И в Индии дождь горячий. Да, и в Индии жарко ночью, духота стоит. А здесь ночью не жарко. В настоящее время, ребят, отправляюсь в тот самый знаменитый Океанус. Комплекс типа для мажоров, для богачей. Но там вокруг продуктовые, которые тоже говорят дорогие, но они типа единственные. Ну пойду посмотрю, там и мясо, и полуфабрикаты, и колбаса. Идем, короче, район Океануса отеля. Ночной севернее Чанга. Оказывается, там дальше наш северный пляж, где все купаются. Я-то уже два раза ходил в ту сторону. А завтра, наверное, пойду в ту сторону изучать эти все моменты. Ребят, узнать цены. Почем велики? Что-нибудь такое обычное на большой раме. Халон! How much money this? Вот это. А вот написано, да? А, sorry, this, да? This price, yes? This price, yeah? Yeah. Yes? Yeah. Thank you. 3 350 000, ребят. Такой нормальный лесопед. 3 миллиона, это на наши деньги, 10 тысяч. За десяточку можно взять. А это 4 миллиона. На городской резине 4 миллиона уже. 3 350 000 горный, на городской резине 4 миллиона. Окей, thank you, I think, буду иметь в виду. 3 миллиона тоже вот такой полушоссейный, полугорный. Очень интересно. Вот эти красота какая стоит. Вообще ёбнется. Машина. Сэнки бай. Я забрел, блядь. В океану зайду и пойду потом. Потому что на голодный желудок можно накупить дохуя еды ненужной. Лучше пожрать в KFC. А потом посмотрим. На 116 на заказывал, ребят. Сейчас увидите, что. День рождения, как я понял, у кого-то. Добавка кетчупа или что-то такое. Денег стоит. Ну или, а тут вот бесплатно выдают. Можно острова. Можно не острова. Я тут еще мазик выдавали. Ну ладно, обойдемся без мазика. Вот. Вот какая красота. Первый раз видел такую курицу. Бургер с римсами и какая-то курица. И картошечка. Цену вы видели. 116. Умножим на 4. Ну, 450 рублей где-то вот. Да, не дешево. Ну ничего себе, целая куриная грудка. Конечно, цена нормальная тогда. Запеченная в сыре вся хуйня. Бургер с креветками. Безумно сочный, безумно вкусный. Или я голодный. Также мне нравится, что стаканы, стекло, вилки, ложки, блядь, все железное. Я в ахуе. Кола со льдом. В Индии в аэропорту даже, блядь, льда нету нахуй. Просто холодную жижу какую-то подают, она как не кола, блядь, какой-то ёбищный концентрат. Здесь очень вкусная кола со льдом. Второй стакан колы взял, уже диетической.
17 тысяч донгов. Детийская кола, огромный стакан. Тот был поменьше, этот большой прям. Это было очень вкусно. Это было очень вкусно, ну пиздец просто. Почему так? В Индии Макдональдс, одно название, точнее KFC. Ну по-другому все. Тут ебать вкусы. Хотя Индию хвалил по взрывам вкусом. Но Макдональдс же никогда не хвалил, точнее ни KFC, ни Макдональдс. А здесь прям вот этот бургер, что ебнися. Какой интересный был вот этот, вот эти с креветками. А тут же начинается сяо-ляо. Ну, как всегда, морские гады. Это караоке, райончик. Тут говорят куча продуктовых, один здесь слева, один там дальний, там даже русские продукты есть какие-то. Это сейчас за угол зайти влево, русские колбасы, представляете? Вот смотрите, есть какой-то фудхаус, и тут колбаса даже нарисована, а есть какой-то дешевый рынок. Сейчас мы зайдем сначала сюда, а потом туда. Ух ты, блять, чуть не пизданулся нахуй, а в ахуе, бля. Как такое может быть? Угу. А ну тут на русском все вот написано. Пельмени, что я и стал. Да, здрасте. Есть, ну да. А то в телеграммах спрашиваю, где искать мусорки. Видел пустой пакет, увидел мусорки. Недавно приехал, говорю, где же они берут? А ну вот оно где. Вот здесь. Понятно. Хинкали говяжьи, если кому интересно. Очень интересно. А это не вы делаете, а то не занимаетесь? Ну, продажи этих полуфабрикатов.
Ну как, это мой магазин. А, вот я смотрю, вот так вниклись в разговор, как будто вы шарите, ну, да, больше. Это мой магазин. О, круто. Я подсказывал людям. Спасибо большое. Вот, первый раз. Я просто второй раз в жизни прилетел. Ой, первый раз в жизни прилетел, второй день здесь. Ну, и вот изучаю ассортимент. Поставщики у нас такой поставщик, такой, то есть выбор есть. Mm-hmm. Всякие разные. А вареньки с творогом, только соленым, а не сладким, есть? С или? Творогом нет. Здесь вот, я даже не помню, есть он где-то с творогом или нет. Но так, они редкие, крайне редкие. Понял. Вот. Ну, то я уже выделываюсь, да. Есть блинчики с творогом, это да. Есть сырники. Вот. А как-то вот вареники, не шибко они это, популярны. Mm-hmm. Ну, зато с картошкой разные есть. Свино-говяжий 500 грамм, 100 да. тысяч. Надо на 4 умножать, да, надо? 400 ну, рублей. Ну, я не знаю, курс меняется это каждый день. Ну, я-то здесь уже 8 лет, поэтому я уже не соображаю рубля. Ну, я понял. Вот. Ну, нормально. Еще доллары я пересчитываю, ну, если надо. Угу. Спасибо большое, вот. Буду иметь в виду. Потому что недавно был 3,5 вроде умножали. Но сейчас, может, что-то поменялось. Ну, лучше на всякий случай чуть повыше считать, чтобы знать, экономить. Ну, понятно. Спасибо огромное, вы молодец, да, крутой магазин. Почему бы и нет, как так? Ну, сейчас будем расширяться, пополнять ассортимент. Для начала вроде вот так пока. Спасибо большое. В общем, пельмены свино-говяжьи 1000, пельмени куриные 81. Вот это блинчик. Ну, короче, вы все слышали сами. А вот самое главное, ребят, я в шоке. Вот колбаса. Мираторг 230 тысяч рупий. Это на 4 800 рублей. Ну, почти как в России цены. Смотрите, вот сосисочки, колбасочки, что хочешь. Выбирай. Да ты что, вяленая свинина. Да, после Индии. Тут, конечно, рай. Рай после Индии. И даже мартиновские семечки, ребят, 47 тысяч рупий, блин, киньте, есть семечки мартиновские. Спасибо большое. 10-15 всегда есть, остается, разогрею, принесу. Просто у вас микроволновка не так, поэтому... Ого, даже хреновина аджика, представляете? Аджика кавказская. Это разъеб. Хай. Здрасте. Так. Ну, смотрим. Пельмени 100, майонез 40, 20 специй. Сколько вода? 40, ватер 10. А, и семечки 47. Итого 217. Это 217, наверное, на 4. 800 рублей. Вот. Так, тут и пельмени, тут и семечки, тут и майонез. Почему бы и нет, да? Славян, так скажем, и в сторону СНГ здесь немного больше. Вот. Ну да. И, например, есть город Дананг. Вот он, там город. Ну, в тройку входит Хошимин, она дана. Да, я знаю. Да, да, вот. И там город, но там для русских мало. Ну, для Саратов. То есть там вот что-то найти вот такое, это будет... Круто, да. То есть нереально даже поступать. Да. Спасибо. Но там зато другая кухня всякая разная есть, и там другой вайп. В Дананге. Да? Угу. Там даже начиная от 20-километрового пляжа. А сколько здесь пляж километров? Разве не 20? Я не гулял, мне здесь не интересно. А что, где тебе интересно? Где ты гулял? Ну, в Дананге было интересно. А, ты недавно сюда переехал? Ну, с Пхенчанг, да. Поэтому ты критикуешь, вот тебе там больше нравилось, ты любил, да, полюбил, да, Дананг, ну, да? Здесь работал, у моей жены мне пришлось переехать. А, понял. Вот смотри, такой вопрос. Я всегда смотрю, люди пьют, типа капучино, кофе с молоком, красивый, коричневый, ну, и со льдом. А? Соленый кофе. Нет, я обычный кофе, холодный со льдом. Хочу большой стакан, мутная жидкость, белая жидкость, ну кофе с молоком. Блять, ебаный в рот, сейчас с Робертом такая беседа была долгая.
здесь товароведом работает. Что он, блядь, в Дананке живет, что там круто, хоть русской еды нет, но как-то по-другому. А здесь все русское, он тоже хорошо, но он все равно любит Дананк, потому что, блядь, любит. Это ж вот этот второй магазин, дешевый рынок. Дуриан по 70. Что почем у них здесь? А, запах стоит. Яблоки 35 тысяч. Манго 35 тысяч. Нормально-то. Умножить на 4. 120 рублей килограмм. 30. Даже дешевле, чем в Индии. Ну, потому что, видите, это зеленый плохой. Вот этот вроде поинтереснее. Этот уже 445, да, уже. Ух! Уже манго так манго. А что же такое? Взять, что ли, одну? Или не взять? Пока не знаю. Арбузы. Арбузики почем у нас здесь? 25. Хорошие. Ну, пока воздержусь, приду потом. Ничего такого не надо. Морковка 19. Болгарский перец 39. Помидоры 39. Плохие 25. Лимоны 35. Лук. Цены не стоит. Может, потом будут знать. Ну, вот маленький 49, большой, может, не знаю, чеснок. Ну, какая разница. Картошка 15. Лук 15. Ну, не знаю, ребят, кажется, вот это мой самый крутой обзор на все. 15. Капуста. Вот те баклажаны, патиссоны по 15. Кто вам еще такое покажет? Я сколько блогеров смотрю, всякие-то модные, крутые, молодежные. Улыбаются, орут, скачут. Какие-то сказки показывают. Здрасте. А нормальные не показывают. Вот я вам показываю все как есть. И пельмени, и колбаса. И чай, и кофе, и танцы. Вернусь. Там еще сказали, русский магазин держит, люди кофе. Кофе продают. Надо глянуть. Ладно, потом гляну. Ебал я в рот. Я вот не люблю вот так. Я вот сегодня отличный создал контент. Добрый день, вечер. И я думаю, на сегодня хватит. Но еще можно стримчик запустить. Не пропускайте стримы, ребят. Вкладка стримы на ютубе. Просмотрите последние. По несколько тысяч начинают набирать. Ролики, блядь, 200-300 просмотров. Вроде классный, информативный, HD. А какой-то печальный стрим с прерыванием интернета, блядь, 4500 просмотров. Так что люди любят живой контент. Ну, их не то, что люди. У меня какой-то такой, вот, какой-то большой рынок. Ага. Надо мне, наверное, пачку сигарет взять, на всякий случай. Случаи всякие бывают. Сигаретки вот такие. А цены не помнятся. И вот эти нормальные, Silver Saigon. Все курят нормальные, интересные, легкие, ничего такого могло. Сколько стоит, не знаю, что по нему потом спросит. А вот это есть, наверное, тонкие. Rave Slim. Попробовать Rave, что ли, Blue. Блядь, ну я же люблю тонкие, поэтому им надо попробовать. Сука. Здрасте. Что же делать-то? Как же быть? Вдруг это какие-то уебищные. Но все равно возьму. Так как я, блядь, люблю тонкие только курить. Проверим, это что? Буду иметь в виду. Вот такой уж не магазин. Сори, а можно пачку сигарет купить? Close. А, туда надо идти? Yeah, ага, спасибо. Это close, а там открыто. О, а тут тоже. Гляньте. Стейки, полуфабрикаты готовые. Фар из бифа, котлеты. Да, ебать. Да, тут просто русский, а тут смотрите, биф, не биф, нихуя себе, что хочешь. Кого-то фарш вот, 360. Стейк из... Как красиво открывается вот это, заметили? Стейки говяжьи. Ну сколько это, самое, наверное, лютое должно быть по цене. Сколько он стоит? Вообще не могу понять, где цены, блядь. А? Где цены? Надо спросить, сколько стоит. Специально возьму, чтобы показать вам, сколько стоит. Сегодня покупать не буду. У нас сегодня пельмени. Sorry, how much money? Вот это вот. Знаете?
узнать цену. Hi. How much money? I okay. Only just look. $237. 237, этот пакет. 237, здесь сколько у нас наложено, блядь, килограмм. Короче, ребят, жмите паузу и смотрите, сколько здесь. Я хуй его знает. Полкило, наверное. Оно что-то не написано, или я сегодня долбоебнее, чем всегда. А, вот мясо еще сейчас пойдем посмотрим. Короче, 270 где-то. Это на 4. Ну, почти 1800 рублей, наверное, хуй его знает. Мясо уже нарезанное. И главное, вот это вот, гляньте, на холодец, рульки, не рульки. 61 300 грамм свинина. Вот, на кости, ребрышки. Курица, окорочок 24. Не окорочок, крыло. Филе 35 340 грамм. Стейк, свинина 30 тысяч рупий 240 грамм. Фарш свиной 20 тысяч рупий 150 грамм. О, красная рыба. Лучше бы я вместо пельменей красную рыбу взял. 139 тысяч 220 грамм. Красная рыба. Красная рыба 142 тысячи 225 грамм. Имейте в виду. Даже на русском говорят. Это мой русский магазин, не знаете? Чего это не на русском разговаривают? Всякие рыбы. Ну, мне кажется, это вообще полный фарш по продуктам питания. Hi, only this. 12. 12. Камера. YouTube channel. Так, 12 тысяч. На, возьми, где тут они, эти 12 тысяч? А, вот, thank you. Thank you, bye. Thank you. Не надо. Вот. Здрасте. Это прям на выходе, ребят, с этого магазина. Я в шоке, посмотрите. Бургеры, сэндвичи. На кассу оплатить, говорит. Вот цены, смотрите сами. Ну, походу, здесь в тысячу раз дешевле, чем... Привет! О, вот это люди! Привет! Мы здесь живем. Ну, я 800 метров, Пентагон, тоже отличная гостиница, с бассейном наверху, там все классно. Ну да, привет, малявка. Показывал, что ты там это снимал видосик. Да. Ну, что, тебе нравится? Да пока нормально, хоть поесть, пельмени купил тут, вдруг красная рыба, попробую потом куплю, пельмени с майонезом, свиноговяжьи. Пока, ну, ты прям шику. Всего второй день. Блять, ребят, я в шоке, у меня хорошая, дорогая флешка, блядь, и она что-то пишет с этой флешкой. Пизда-то, нельзя, блядь, снимать видео. Флешка хорошая, скоростная, дорогая, блядь. Может, потому что я на Амазоне купил. Я уже заебался. Снимаю контент, кажется, ебать контент. Потом смотришь, камера выключена, блядь. А до этого было написано, что, блядь, и режим уже выбрал. 25 кадров, не HDR, не 5К, блядь, а 4К, 25 кадров, блядь. Не HDR, и все равно на мозги мне ебет. Ебаный урод, как так можно, блядь? Можно пройти через этот ресторанчик, но я не хочу. Примерно все понятно. Пьют кофе, чай, пиво холодное. Здрасте. Смузи всякие пьют. Thank you.
ясли. Окей, окей. Давай. Нахуй, блядь, 4 взял. Я же говорю, вот тебе воспитание, блядь, азиатов. Дай сигаретку, вытянул полпачки, блядь. В общем, ну и вечер, ребят. Опять в том же кафе, в котором стримы каждый день проходят, которые набирают по несколько тысяч просмотров. Приходите, смотрите. Вот, а сейчас он по пивку. Видимо, только по пивку и все, ведь в KFC плотно отобедали, пельмени купили, завтра будем варить пельмени, сегодня только пиво и все. Лайк, репост, подписка, ссылка на канал в описании. И бассейн, и мангал, и белые простыни, и, блядь, все охуенно. И на общих кухнях две электронные плиты, две стиральные машинки, вытяжки, там микроволновка, скороварка, много посуды, много кастрюль, много всего. Сервис, ёбнися. Так как идет стрим, ребят, это ради фотографии, чтобы они в следующий раз, когда мне жарили мясо, вот эту хуйню мне больше не приносили. Бульончик я не пробовал, но попробовал вот эту, мне интересно узнать, что это называется, потом спрошу. Твари тести. А, Пентагон. Пентагон, нет, Пентагон. А, чуть-чуть дальше. Yes. Спасибо. Я сейчас вышел на покурить на улице. Ну, то, что в доме нельзя, балкон закрыт, точнее закрыт бассейнная зона. Вышел покурить, и зажигалки не было. Попросил у пацанов, кафе закрыто мое, в котором я бухал, в котором стримы великие. И, ну, зажигалки нет, они там сзади сидят, живут там сзади этого кафе. Я говорю, дайте зажигалку подкурить, дали подкурить. Я отдаю назад, они говорят, не надо, оставить. Сел тут на камушке, курю. Подходит, говорит, ну все, через переводчик. Подходит, говорит, что ты здесь сидишь, куришь? Я говорю, ну, здесь просто курю и все. Он говорит, а ты где живешь? Я говорю, здесь рядом. Ты, говорит, покуришь и пойдешь домой? Я говорю, ну да, покурю, пойду домой. Он говорит, ну хорошо, спасибо, до свидания. Ну, типа, блядь, спрашивал, что ты тут сидишь, как будто бы он хотел, блядь, типа предложить где-то переночевать. Есть какая-то душевная доброта и у них.